Информация к размещению. Итоги 2015 года. В правительстве области провели традиционное для декабря совещание. Малпассажир да дорог. Ребенка-аутиста выгнали из такси. В интернете разгорелся очередной скандал. О том и печь. Тепловики не смогли договориться о дальнейшем развитии отрасли в региональной столице. Дело техники. Тобольские коммунальные службы не справляются со снегом. А средства на уборку закончились еще в декабре. Об этом и не только смотрите в итоговом выпуске ТСН.